Болеть страшнее, чем прививаться. В эти дни развернуты мобильные пункты вакцинации в разных частях города. Это сделано для удобства жителей республики. Все желающие могут получить в порядке живой очереди прививку от коронавируса. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Перед процедурой врач попросит заполнить соответствующее заявление, по которому в дальнейшем выдадут свидетельство о прохождении и получении прививки, а также QR-код. Вакцинация важна для защиты здоровья, считают большинство опрошенных. Родные и близкие провакцинировались. Цена, она спасет народ, наше население республики от этой коварной болезни ковид. Получила прививку 4 ноября 2021 года. Я за вакцинацию. Ну, до этого я не могла вакцинироваться, потому что я была беременна. И когда я услышала по телевидению, что необходимо вакцинироваться, я вот сразу же пошла. Вот 25 ноября вторую вакцину получу, все нормально. Я все-таки считаю, что коллективный иммунитет должен быть обязательно. Вакцинировалась, это хорошо для меня, потому что я болела зимой, а прививку я уже по прошествии полугода сделала. Поэтому всем советую на самом деле, потому что болеть страшнее, нежели сделать прививку. Я тоже переболела и вакцинировалась спутником Light. Мне все понравилось. У меня родители 86, 83 года тоже прошли вакцинацию и ревакцинацию. То есть я только за прививку.